говорить не засловит. Все живете в истории, и важно истории. Так Александр Солженицын написал, надо жить не по лжи. Так мне очень не понравится, что вы говорите о Советском Союзе «Моя страна». Этот Советский Союз убил больше русских, чем германцы, и чем все, все... Да, 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 да. Сами большевики убили значительно больше людей. Но да, я при этом извиняюсь за Дзержинского, который убил более русских, чем вы убили поляков в Катыни. И Советский Союз убивал самых лучших русских, убивал аристократию, буржуазию, убивал самых лучших крестьян, так называемых кулаков. Советский Союз убил Россию, убил русский народ. Но он не убил Россию, убил. Россия стоит. А что... тогда, если Советский Союз убил Россию, кто победил Гитлера? Тоже хотел убивать, но убивал Советский Союз. Я не об этом. Если Советский Союз убил Россию, Гитлера кто победил? Тоже убивал. Это все социалисты. Гитлер, Сталин, это все социалисты. Понятно. Но пройдем, может быть... Они все социалисты. Советский Союз против Гитлера потерял 26 миллионов. Вы сказали, что мы сами убили еще больше. Да. Почему у нас до сих пор люди есть в стране? Не 26. Нет, а сколько? Вы знаете? Не знаю. Знаете, о чем говорите? Не кричите на меня, пожалуйста. Я не кричу, я спрашиваю. Пожалуйста, вы знаете все, я знаю. Да? Просто количество погибших в Великой Отечественной войне. Позвольте мне поговорить о будущем. Да, да, давайте. Давайте. Вам надо знать, мы уже все сказали. Вам надо знать, что в Америке все читают дело о демократии в Америке Алексея де Токвилля. И там в последней главе, я думаю, есть написано, что придет день, что Советский Союз, Россия и Америка станут до борьбы о первенстве в мире. И есть такие люди в Америке, которые думают, что сейчас есть день, когда надо бороться о первенстве в мире. Эти люди теперь попирают госпожину Клинтоновую, но они хотят борьбы теперь, потому что теперь армия американская очень сильна, очень сильно. И они уже имеют огромный долг. Они знают, что они этого перевеса не удержат долго. И они хотят делать войну теперь. Да не сейчас. Здесь. Понятно. Да, пожалуйста. Оптимистичненько прозвучало. Так оправдаться же надо, ведь иначе многим европейцам надо сказать, как же так, что сейчас все такие умные, а на стороне Гитлера были. Они же все кричат, что Сталин исчадие ада, с чем я не спорю, но забывают, что Гитлера породила европейская культура. Да. Так же, кстати, как и Муссолини, так же, как и Франко. Так что давайте уж не будем кокетничать. Европейской культуре есть за что стыдиться. Есть. Фундаментальная разница между Франко и Гитлером. Есть. Франко это правый человек, а Гитлер это левый человек. Дело не в этом. Я скажу Гитлер так. Это социалист. Вот убитым разницы нет. Если бы Гитлер узнал... Но Франко убивал коммунистов. Франко... Ну, смотри, как сравнить. Если мы вспомним все-таки историю испанской гражданской войны... Нет, не убивал коммунистов, да? Нет? Только евреев убил. И правильно делал, но закончите. Немцы покаялись. Вы знаете, немцы, много... Немцы-то покаялись. И послевоенное поколение 46-47 года коммунисты рождения. Коммунисты убивали самых лучших русских. Гитлер убивал всех. А Гитлер не был коммунистом, а он убивал всех. Плохих евреев. Можно правильно? Всех. Да, вот. Понятно. Нет, логика всех. Хорошая. Понятно. Да. Остроумно. Не хороший. Не все американцы такие самые, только часть американцев хочет... Дорогой польский товарищ, во-первых, вас я хочу поздравить с прекрасно продемонстрированным здесь расизмом, который вы только что продемонстрировали по поводу того, что фашист Франко хороший, потому что он стрелял коммунистов, а фашист Гитлер не очень хороший, потому что он еще стрелял евреев. Сказали вы только что. Гениальная фраза. Спасибо, все с вами понятно. Говорить, возвращаемся все-таки к дню сегодняшнего. Это только значит, что вы ничего не поняли. Как поляки могут поддерживать Украину, где во Львове состоялось факельное шествие 5 числа в память Шухевича? Который настолько вообще напился польской крови, что как можно поддерживать страну, официальные лидеры которой называют своими национальными героями, душить или убить польского народа? И делать вид, что вы этого не видите. Мы это все знаем, но у нас есть демократия, так управляют сумасшедшие. Да? Конечно, для меня Россия это альянс, это союзник против Украины.
Я хочу иметь независимую Украину, но я бы хотел, чтобы 4/5 войск украинской было на восточной границе с Россией, а не на границе с Польшей. Для меня Россия это союзник, да, конечно. Но для меня. И очень трудно, даже мне, говорить, что я союзник России, если Россия относится к Советскому Союзу позитивно. И я вам хочу одно объяснить. Если кто-нибудь убьет половину народа, но так случайно, то эта страта не велика. Но если кто убьет 5%, но элиты, то на полвека этот народ убитый. И Россия теперь возрождается. Возрождается, она выходит из Советского Союза. И для меня это очень хорошо. Очень хорошо. И мне это понравится. Но не говорите о том Советском Союзе. Это ваш враг. Нет, это не наш враг. Это наше очень разное прошлое. Очень достойное, но в котором есть страшная и кровавая страница. А для германцев, прошло это Третий Рейх, да? Нет, потому что Третий Рейх, если вы правильно помните, за него Германия покаялась, проиграл Нюрнбергский протокол, Нюрнбергский трибунал, который четко и однозначно вынес приговор. Никакого трибунала над Сталином, сталинизмом или коммунизмом не было. Но Третий Рейх делали германцы, а Советский Союз делали грузины, поляки, латыши, евреи. Ну, давайте, и так далее. Если мы сейчас опять пойдем в национальный окрас, то вспомните, что Гитлер вообще-то был австрийцем. Очень важно. Демократия это вам не лобби укушать. Да. Но пока. Ну, можно одной фразой, да? Пока Украина борется с Россией, я не боюсь Украины. Знаете? А еще одно вам надо сказать, спасибо. Что Советский Союз убил традицию царского империи. Вы о том забываете. Понятно, не волнуйтесь, Советский Союз был в свою очередь сам Красной империей. А. Да.